город воюет и сам производит все, что нужно для войны. Строятся бронепоезда. Сталинец 28, мощный, прекрасно вооруженный бронепоезд, выпущенный железнодорожниками за несколько дней. В день 24-й годовщины Красной Армии рабочее депо, где начальник товарищ Боднарь, торжественно передают Западному фронту построенный во внеурочное время бронепоезд. В ответ на приказ наркома мы будем готовить новый подарок, еще мощнее, еще лучше. Коллектив ремонтной базы номер 6 своими силами построил бронепоезд имени газеты «Правда». Сегодня ремонтная база передает грозный боевой состав действующей армии.